Ну, миссис Моджанг. Вот это вы мне ловушку устроили, я не могу. Как же мне вылезти из этой бедроковой коробки? Даже не знаю. Напугала, блин, напугала. Правда, шалкер у меня своровала. Ну ладно, мы этих аметистов и этих свечей еще 1 000 000 штук надюпаем вам. Вообще без проблем. Блем, на-на-на. Я в это... Кстати... Женя! Что? Почему баги в Майнкрафте используешь? Какие? Юля, кстати, смотри, тут какая-то такая странная фигня появилась. Здесь коробка из бедрока появилась просто. Я такой... Я такой просто стою, потом бабах, эта коробка появляется. Я такой телескопом смотрю, поп-поп, говорю, лайки ставьте. Дизлайки не надо, канал подписывайтесь. Мешочек, смотри, какой класс. Я пороха взрывать. Я сейчас просто здесь все взорву. Миссис Моджанг! Алло, миссис Моджанг, тут надо этого одного больного закрыть. Пожалуйста, сделайте это. Так, Женя, сейчас мы поговорим серьезно. Почему ты использовал баги в Майнкрафте? Какие баги? Я ничего не использовал. Ты не использовал? Я сидел, никого не трогал. Баг в бедроковой коробке закрыли. Позвонили, сказали, что я лох, что за мной выезжает ара. Ты мне сейчас еще и врать будешь? Как я не вру? Я все знаю. Ты посмотри в мои честные глаза. Я не верю. Так, Женя, все, у меня своих сил уже нету с тобой разговаривать. Какого хрена ты эти баги использовал? Миссис Моджанг мне все рассказала. Я ничего не использовал. Алло, миссис Моджанг, убейте его, меня раздражает. Ладно, Юля, да, я использовал. Ну а что, я не имею права, что ли? Они существуют, я их использовал. Сами допустили, вот я их использовал. А, ну значит, будешь сидеть тут до конца жизни. Давай, пока. Юля, подожди, не уходи. Хорошо, давай я что-нибудь для тебя сделаю, а ты меня отпустишь. Так, сейчас я подумаю. Ой, а что там? Вот это что там? Что, вот это? Это медная руда новая, А, да? Угу. Так, Жень, я хочу дом. Ну, хорошо, сделаю тебе дом. Под водой. Дом под водой. Ага. Из медных блоков. Хорошо, я согласен. А ты меня выпустишь тогда отсюда? Ну, не знаю, миссис Моджанг, надо позвонить. Так звони, я-то что делаю? Это, ну, я сейчас позвоню. Эй, не оставляй меня здесь одного, Юля! О-о-о-о-о-о-о-о. Юля, я свободен, меня выпустили! Да ладно, сейчас тебя опять туда закрою. Это та самая рубрика, где у нас каждый раз меня зрелись. Это, ты не забывай, если ты мне дом не построишь, то я тебя обратно посажу, ты понял? Понял. Из медных блоков, да? Да, под водой. Так, хорошо, дом из медных блоков. Подожди, а почему он должен быть именно под водой? Я такого фильма видела, мне тоже захотелось. Юль, ты понимаешь, чтобы тебе забабахать дом, мы как минимум вначале должны найти медь, потому что меди у меня вообще нету, а один медный блок делается из 4 слитков меди, а это значит 4 медные руды и только на один блок твоего дома. Да, давай искать. Хорошо, Юля, пошли искать твою медь. Давай будем все собирать, раз уж мы тут в шахту пришли, давай будем все вместе все собирать. Я туда пойду, там скелет стреляет. Да, подожди, сейчас мы его укокошим, Юля. Смотри, там птичка сверху, иди сюда. Где? Подожди, железо. Ага, где птичка? Ой, ты... Юль, ты как там? Ты что, дурак? Женя, ты посмотри, как тут прикольно. Охренеть, просто прикольно. Юль, ты понимаешь, что мы с тобой тут уже 5 минут в этой шахте? Мне страшно, иди вперед. Мы 5 минут уже копаемся и ни одной меди нашли. Ты уверена? Может, там пауки. Я и занимаюсь тем, что я ломаю эти сраные спавнеры. Подожди. Что там? Что, где? Да где ты? Я тебя вообще... Вот он. Ну и что, сидит. Что тебе... Он хотел укусить. Хороший плохой крик. Ну, наконец-то, господи, хотя бы... Ой, золото. Понятно, блин. Ой, еще медь, Юль, прям сразу несколько их тут. У меня золота много тут так. Офигеть, Юля, по-моему, ты не за золото. Да ладно, я тебе о чем говорю вообще. Давай мы с тобой просто под хорошее музло чисто навалим басухи, сухи в ваши ухи. И, прокопаем, короче, этот туннель огромный.
Что за коленку у тебя? А! Что это? Это бан. Чекай. Тут есть медь, Юля, собираю. Паук, скелет, господи, что ж вас так много-то здесь придурков сраных. Еще медь, Юля, тут вообще пошло дело, пошла мазута. Жень, ты там заколебал выпендриваться, музычку свою хорошую включай и погнали. Включаю, включаю. Чпунькс. Я на расхват, они покинули чат. Невзначай привыкай писать коммент и ставить лайк. И подписку не забудь. Умножай, привыкай подписку кликать и ставить лайк. Комментарий напиши мне. Поставить лайк. Подписку жми. Поставить лайк. Коммент пиши. Ёпарасете, это что за зомби-апокалипсис, нахрен, ёбаё, туда-сюда, что мы нашли какую-то морковку, это у меня выпало. Юля, привет, как дела? Ого, это много еще. А, ой, кто? На, это Гена. Юля, это можно бесконечно делать. Я не хочу тебе делать какую-нибудь, я не знаю, там эту. Я хочу дворец замок. Статую свободы, блин, из медных блоков. Реально, слушай, Юль. Медные блоки же, они окисляются. Становятся, да. И можно как раз статую свободы сделать. Становятся кислыми. Ой, смотри, алмазы. Где? Вон. Итого, у нас 1,5 стака медной руды. Я думаю, что в принципе тебе на микродомик будет достаточно. Какой микродомик? В смысле, макро. Все, Юля, выбираемся наружу и погнали домой. Блин, ну это долго. Сейчас лезть куда-то. Юля, показываю один раз. Жень, ты что? Как ты это сделал? Ты что, маг? Юля, я просто поставил лайк под это видео. Если ты тоже поставишь лайк под это видео, то ты тоже так научишься делать. Так что воспользуйся возможностью, поставь лайк. Юль, смотри фокус, смотри фокус. Смотришь? Лосось. Вот, смотри, смотри на тортик, а? Юль, смотри на тортик. Это ты мне хочешь сказать, что ты больше баги не используешь, да? Ты, я хотел бы это просто ради эксперимента. Какой эксперимент? Что это вообще такое? Это свечки. У нас их много. Ну ладно, все, я больше не буду так делать. Я все кладу переплавляться. Все, вот это вот камень нам нахрен не нужен. Вот нет, а почему у меня палок так много? Каких палок? Палки. Юля, иди за мной, я тебе кое-что покажу. Иди сюда, иди сюда. Ну давай. Иди, иди сюда, иди сюда. Смотри. А? Смотри. Ой. У меня тут процесс вылупления яйца происходит. Ой, я что-то замерзла. Юля, смотри, что фокус, смотри. Хаба! Что такое ты делаешь? Ну ты попробуй встать сюда. Ха-ха-ха! Ой. Ха-ха-ха! Ой. А ой, я хожу! Да, да. А я так не могу без смотри, вот так. Ой. Вот. Ой. Все, Юля, ты отсюда больше никогда не выйдешь. А как вылезти? Я сейчас помру. Никак, все. Жень, вытащи. А где ребята? Какие? Подожди, там только курица, где свинья. А у корова тоже тут свинья. Тут все тут, что ты вообще это переживаешь? А, вот ладно. Они. Подожди, а давай мы его как-нибудь назовем. Кого? Да. Давай. Ой, свинья стоит. Подожди, это та и есть? А, это она и есть, это она и есть. А, ну что, ты готов? Да. О, Лариса не зашла. Курица тут. Тут целый зверинец. Готов? Да, да, да. Пуки-пуп. Пуки-пуп. Это пуки-пуп. Юль, там, наверное, наша медь уже переплавилась. Сейчас пойду проверю. Так. Этот звук какой-то раздражает. Что это такое? Медный блок. Подожди, а ты хочешь, чтобы он окислялся или нет? В смысле? Ну, типа, мы можем его заламинировать, чтобы он больше не окислялся. Нет. То есть ты хочешь, чтобы он у тебя окислился? Кислый. Тут хочу. Вот тут тебе дом ты хочешь, чтобы я тебя строил? Тут хочу. Я тебе делаю дом. Юля, в твоем доме будет невозможно жить. Подожди, слушай. Я же как раз хотел сделать морской проводник. Может, мы сделаем морской проводник в следующей серии, поставим его в твой дом, и в твоем доме можно будет дышать под водой? Да. Так, я так и хотела. Все, нормально. Ой, смотри, свинья на дереве. Где? Ой, пропала, походу.
Нет, пойдем, покажу тебе реально. Да. Вон она телепортировалась. Это Пуки-Пуп, он сбежал. Лови Пуки-Пупа. Там второй. Где? Пуки-Пуп, слази! В следующей серии мы крафтим морской проводник и ставим его вовнутрь Юлиного дома, доделываем ей дом, и Юля у нас будет жить под водой. Ставьте лайки, как только наберется много лайков, сразу же выйдет новая серия. А еще нужно подписаться на канал, тыкать на колокольчики, оставлять комментарии. Всем пока! Пока! Ты что, дурак? Ай!